Оперативники МВД и ФСБ Почувашии вычислили шутника-террориста, который накануне якобы заминировал кооперативный институт. Им оказался бывший преподаватель. Торжественная линейка уже прошла, когда в электронной почте руководство вуза увидело письмо о том, что учебный корпус заминирован. Тут же всех эвакуировали, а потом еще несколько часов кинологи с собаками обследовали здание. Но никакого взрывного устройства не обнаружили. Сегодня утром в Доме правительства министр внутренних дел Почувашии рассказал, кто и почему решил так подшутить над вузом. Оказалось, бывший преподаватель этого кооперативного института, выгнанный несколько лет назад за злоупотребление алкоголем, к тому же супруга его там продолжает трудиться тоже в качестве преподавателя, ну вот решил так неудачно пошутить своим бывшим ведомством. Ну, собственно говоря, вся информация. Поэтому дело уголовно возбуждено, естественно, будет привлекаться к уголовной ответственности. Ну, соответственно, в рамках уголовного дела будет предъявлен иск по затратности. То есть шутнику придется не только заплатить штраф за заведомо ложное сообщение о взрывном устройстве, но еще и компенсировать затраты, связанные с выездом всех оперативных служб города.